российских журналистов и узнавали всю правду о той кровавой войне, которая... О, здоров, ты что, военный, что ли? Да. Интересно, ты не в зоне боевых действий? Не могу сказать. Не, ну ладно, я же не настаиваю, блин, не говори. Я понял, что ты не в зоне боевых действий. Ты далеко от войны? Нет. Недалеко? Слушай, ну, если тебя пошлют, ты же знаешь, что там творится, да? Если тебя да. пошлют, ты пойдешь? Слушай, а когда вот ваши пленные говорят, вот, нас на учение там... И так далее, и так далее. Знаешь, я тебе... Хочешь, скину тебе телеграм-канал? Хочешь посмотреть? Я, у меня есть все то, что, про что вы говорите. Я все нет, это... нет, нет. Ну, а ну, подожди, я тебе скину, ты мне подтверди, что это именно он. Посмотри сейчас. Я просто в телефоне сижу. Ну, сделай скриншот. Скриншот сделай, а потом вручную вобьешь в браузер. Да. Вот, смотри, этот канал ты нигде не увидишь. Но если ты зато посмотришь его, ты посмотришь на твоих сослуживцев, пленные там и так далее. Видео, где они говорят, нас обманули, нас послали на учение. Ну, я понимаю, вам там легенду эту рассказывают. Тебе говорят, чтобы ты, да. чтоб ты сказал, что ты на учениях, если ты в плен попадешь. На самом деле так и есть. Ну, да, я это знаю, что так и есть. Но, ты понимаешь, и те, кто их там опрашивает, они тоже ну, понимают это. Военные, что они будут верить, что да, я на учениях, я не знал, что нас, что мы на территории Украины. Ну, как ты не знал, чувак? С боевым оружием, там, со всеми делами, взрывы вокруг, и ты не знал. Понятно, что все знают. Ну, хорошо, слушай, если ты попадешь в плен, ладно, украинцы, они добрые. Кстати, я в Америке живу. А-а-а. Вот, украинцы, они добрые. Они пленных не пытают, не убивают. Но прежде чем попасть в плен, это же еще надо исхитриться не погибнуть, понимаешь? Но мы воюем же, по идее, не с украинскими армией. У нас не ну, такая задача. Слушай, ну ты реально в это веришь? Или ты сейчас... Ну, отмазываешься. Ты ж вроде не выглядишь тупым, правда? Ну, а против кого мы воюем? Вы думаете, что мы воюем против ВСУ? Ну, а кто еще с оружием в руках защищает свою землю? Если не ВСУ, кто? Ну, вообще, если вот так разбираться глобально, идет спецоперация, правильно? Да спецоперация, это вы назвали эту войну спецоперацией, потому что, ну, это позорно для всего мира, и ты это прекрасно знаешь. Ты сейчас придуриваешься или для чего ты мне это говоришь? Я с тобой пытаюсь серьезно говорить, а ты придуриваешься. Для чего? Ну, интересна их позиция. Слушай, ну какая Нет, позиция? Ты... Смотри, вы вторглись на территорию чужой страны. Позиция этой страны вас убивать, правильно? Разве это, ну, нелогично? Ну, хорошо, давай начнем с того, что зачем... Стой. Сейчас, подождите. Подожди. Здравствуйте. Да, здрасте. Алло. Да блин. Да что такое, а? Сорвалось. Вот это очень интересно. Это очень интересный был диалог. То есть, неужели он реально верит, что он воюет не с ВСУ, а с кем? С марсианами, со злыми бендеровцами, нацистами. С кем он воюет, я не понимаю. Как понять не с ВСУ? То есть он... Ну, у меня вообще в голове не укладывается, что он говорил правду. Но с другой стороны, скорее всего, так и есть. Скорее всего, он сам в это верит, вот то, что он сейчас сказал. Что он воюет не с ВСУ. А ВСУ где в это время он считает? Понимаете, какая у них каша в голове. И при этом, видите, он подтвердил,
что да, им говорят, легенда, это легенда. Мы не знали, мы на учение, это, блин. Он радуется, смеется. Он не понимает, что он скоро будет валяться в канаве. Очень жалко, что прервался разговор, очень жалко.